Всеобщая мобилизация. Власти Красноярска активизируют силы, чтобы отловить бездомных собак после того, как в разных районах города нашли несколько тел со следами укусов животных. После этих случаев мэрии собрали экстренное совещание с участием общественников и зоозащитников. Все вместе решали, что делать и как обезопасить жителей от агрессивных стай. Одну из самых радикальных идей привлечь полицию к отстрелу опасных псов отвергли. Посчитали преждевременным и предложение Следственного комитета ввести режим ЧС в Кировском районе. Именно там на днях обнаружили труп женщины со следами зубов. В итоге сошлись на том, что собак будут усиленно отлавливать все ближайшие дни. Однако после истечения карантина все они вновь вернутся на улицы. Сейчас дежурили, допустим, тоже не... Это уже было вне рамках контракта, это мы просто пошли навстречу городу, чтобы помочь. Да, в этой ситуации, чтобы отловить вот на Мичурина этих собачек. Семь именно из этой стаи, про которую говорят, а в общей сложности... У нас была заявка, мы в этот же день, в принципе, выехали, в этот или на следующий. Собак не было обнаружено на данном месте, ну и поехали по другим адресам. Фактически сегодня мы ничего не можем сделать с агрессивными животными. Это не позволяет делать законодатель. То есть утилизация не предусматривается, соответственно нужен приют размером полгорода, чтобы этих собак собрать.